Без вести пропавшую гражданку США разыскивают в Нижегородской области. 34-летняя студентка училась в НГУ имени Лобачевского и перестала выходить на связь с родными еще 15 июня. Кэтрин Сэрроу в Нижегородском регионе проживает уже около 3 лет. До приезда в Нижний Новгород она была военнослужащей армии США и после окончания службы решила переехать жить в Россию. Последний раз ее видели недалеко от ее дома в городе Бор Нижегородской области. Там дама снимала квартиру. Известно, что незадолго до исчезновения она сама написала матери в Калифорнию, что едет в машине с незнакомым человеком и надеется, что ее не похитят. После этого она не выходила на связь, рассказали знакомые потерпевшей. Сейчас в Борском районе организованы масштабные поиски, Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают следователи, волонтеры и полицейские. Планируется сформировать 7 экипажей добровольцев. Мы будем следить за развитием событий, а пока комментарий представителя высшего учебного заведения.